Программа межнациональной как бы стратегии, которая дает объединение наций и уважение друг к другу, то, что было у нас в Советском Союзе, должна сегодня быть и обязательно должна быть. Мы видим опыт по Европе, когда турки, арабы, находясь во Франции или в других странах, как и Италия или Испания, ведут себя очень нагло. Они говорят, это наша страна, мы хотим так жить и будем. И диктуют уже сами условия, как себя позиционировать. Мне кажется, что национальная идея должна быть апробирована опытом прошлых лет, которое было в Советском Союзе, возобновлять. Люди должны знать русский язык, они должны знать эту культуру. И иммиграция должна быть ограничена. А если те, кто работает, должны пройти экзамены, неважно, уже получили они паспорт, женились или вышли замуж, они должны снова вернуться и доказать, что они имеют право жить в этой части. Иначе это будет конфликт, это будет теракт, это будет проблемное отношение между русскими и нерусскими этнографическими национальными странами. Они когда-то отсоединились от нас, уехали и стали называться СНГ, но все вернулись назад сюда. Но уже со своими правилами, своими законами и диктует нам, как нам себя здесь вести. Что, в общем, на самом деле не должно быть. Есть страна, есть целостность, и мы должны или присоединять их как государство целое, или должны отторгнуть как ненужный элемент в нашей системе, в нашей стране.